В этом году на спортивную базу в Генино, чтобы принять участие в соревнованиях, прибыло более 40 спортсменов из Десногорска, Рославля и поселка Кириллы. Трасса, которую спортсменам приходится преодолеть, прокладывается кругом протяженностью в 3 километра. У юношей и девушек старт общий. Мужчины и женщины стартовали с гандикапом по возрастным группам. Дистанцию в 15 километров бегут мужчины от 18 лет и старше. Женщины 18 лет и старше – 9 километров. Юноши до 18 лет и младше – 6 километров. Девушки бегут всего 3 километра. Несмотря на жару, в этом году ни один участник не сошел с дистанции. Все добежали до финиша благополучно. Я уже, наверное, раз в пятый участвую. Ну, мы занимаемся вообще лыжами и бегаем на соревнованиях, ну, бегом для поддержания формы, чтобы сравнить свои результаты с легкоатлетами, посмотреть, на каком уровне. С каким результатом пробежала в этот раз? На этот раз 12:45 у меня был результат. На дистанции 3 километра. Я очень люблю бегать и пробежала с результатом 12:53. Лидирующую позицию в этом году среди девушек заняла Олеся Щербакова, у юношей Данила Воинский. На первом месте среди женщин Анастасия Кругликова. У мужчин дистанцию в 15 километров с высоким показателем преодолел Виталий Чванов. Все победители и призеры соревнования получили медали, грамоты и ценные призы.